До речі, усього за два дні ролик подивилося майже 2 мільйони користувачів. А ми продовжуємо знайомство з такою близькою і водночас невідомою Грузією. Певно, усі ви купували мінеральну воду Боржомі, а наша Валерія Мікульська просто зараз проведе нас містом Боржомі. Тож вирушаємо у гори і спробуємо розкрити секрет грузинського довголіття. Доброе утро! Я продолжаю путешествовать по Грузии. И, кажется, я раскрыла для себя секрет кавказского здоровья и долголетия. Именно поэтому я здесь, в Боржоми. Название Боржоми произошло от двух слов. Борж – крепостная стена, и Оми – война. Этот небольшой и уютный городок расположен в ущелье. В давние времена, когда часто воевали, именно это место оставалось защищенным со всех сторон горами. Сейчас здесь в основном санатории и лечебницы. Никогда еще не пила боржоми теплой. Но так полезнее. Эта вода и вправду лечит все. Нервы, систему пищеварения, почки, кожные заболевания. За этой минеральной водой приезжают со всего мира. Кстати, состав боржоми не менялся последние 123 года. В боржоми есть несколько источников минеральной воды. Холодные и горячие. Попробуем холодненькой. Очень похожа на то, что продают в бутылках, но она менее газированная и такой привкус железа. Боржоми – город просто с бесчисленным количеством мостиков. Вон, еще один. Кажется, у нас пешеходные переходы реже встречаются. В глубине парка есть царские серные бани. Вода в них теплая круглый год. Сколько баночек разных. Ой, а что это? Это шишки? Да, это шишки. Свежие там. Шишки. Я таких маленьких никогда не видела. Честно говоря, сначала, как обычное варенье, малиновое, вишневое. Но такой аромат хвои чувствуется, да? И шишки довольно мягкие, кстати. Я и не думала, что их можно так вот взять и съесть. На знаменитом сувенирном рынке Боржоми все с приставкой «полезно». Полезное для здоровья варенье, носки, кружки. В общем, много чего. Жвачка сосновая. Сосновая, да, жвачка? Сосновая жвачка, да. Это очень полезно для зубей. А что, а как это? А как она делается? Из чего? Знаете, варят. Они варят, да? Сосну варят? Да. А это смола сосновая, очень полезна для желудка. Горькая. Ой, вы знаете, я, пожалуй, возьму у вас баночку, раз оно такое полезное. Красота. Смотрите дальше. Старый город в пещерах и уникальные иконы.